Вот пришли на Карлов мост. Сейчас народу не очень много. Где он тут вообще столпотворение? Невозможно, смотри. Вот тут монетки, картинки, брелоки. Такие цели. Под старину. Конечно, красота. Иисус распят. Сейчас зайдем на речке. Стало. Не вообще это невозможно тут сейчас. Народу в море идем. Так тусим, сидим. Мальчик. Какой-то котик. Художники убирают свои картины. Все уже. This is where I've been waiting for. You know, I'm hugging it. Ну, наверное, где он какие-то башни. Наверное, мы еще. Ладно, ты еще пойдешь на вечеринку. Пойдем. А в отель как идти? Ты сказал, через танцующий дом. Нет? А вот тут желание загадывать. Тут как с правой стороны там такие желания, с левой. Другие. Сейчас загадываем. А ты знаешь хоть, как и что? С какой стороны тереть? Знаю. Как там справа, материальная? Или наоборот? А Юля, отсюда не можешь? Ну, загадывай, Олег, желание. Загадываешь? Все? Сбудется по-любому. Красиво. Почему-то некоторые светлые, да, памятники, а некоторые темные, вот эти, черные. Почему? Может быть, белые отреставрировали? Да ну. Ну а еще, наверное, поплатим. А тут приходите.
Посмотри, да, там какое течение сильное. А, да глянь, тут сколько этих висит замочков. Сердечко. Замочки, замочки. Помни путик сам. А тут да, тоже желание ему как стереть пузико, не пузико. Это посмотри, тоже ребеночка держит. Красивый мост. У меня, правда, рука устала. Ох, я! 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 У нас там путь под домом прям вот это. Он, да?